Всем приветики, дорогие друзья, с вами Герман, вы на канале Камарачи. Сегодня я вам расскажу, где мы можем поймать рыбу под названием рыбец для лаборатории в инфекцию. Вот он у меня уже практически заполнен. Кто смотрел первый сезон, я ловил в первом сезоне рыбца для заработка денежных средств, и поэтому для заработка кредитов, я думаю, не составит труда найти. Но если вдруг кто не видел, кто не знает, то это отдельное видео специально на отдельных рыб по, так сказать, ступеням всех лабораторий, потому что я буду делать полностью, то есть все лабы по возможности, и поэтому я снимаю на каждую рыбу, чтобы людям было легче всего это найти. Чтобы не копаться в форум, смотреть, а вот именно самую актуальную информацию на данный момент. Итак, инфекция, рыбец, ловится он очень просто, ловится он четко. Мы едем на базу Ладога, локация перешеек. То есть тут все у нас по красоте. Берем у нас удочки на 8 килограмм. Все по 8, кроме лесочки. Самые дешевые крючки, ничего не надо придумывать. Закидываем донку на улиточку и ждем, так сказать, готово. Закидываем под ноги. Кто хочет зачетов, кто хочет каких-то там очень-очень крутых результатов, конечно, можете поискать ямки. Кто хочет больше зачетных, чтобы еще и на продажу скидывать. Я вообще этим делом не занимаюсь, потому что у меня еще куча достижений не выполнено. У меня еще ерш не выполнен, у меня не выполнен жук, то есть малек плыви достижения. И много других достижений, поэтому деньги, в принципе, я смогу взять всегда. Поэтому я как-то по этому поводу вообще не переживаю. Вот и все, дорогие друзья. В принципе, мое обучение подошло к концу. Я не буду долго разглагольствовать. Едете на базу Ладога, локация перешеек. Три удочки под ноги. Наживка, улитка, донка. Все по красоте. Вот я вам показал. Рыба ловится. Все просто замечательно. Все отлично. Вот, смотрите. Всем огромное спасибо за внимание, с вами был Герман, это канал Акамарачи, поставьте большой палец вверх, если вам понравилось, если я вам помог, подпишитесь на канал, ну и оставайтесь на нем, будет интересно. До скорых встреч!